В Сочи на площадке медиа-центра начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрий Ерохин ознакомил журналистов с туристским потенциалом Анапы. Только в прошлом году город принял в общей сложности более 3 900 000 туристов. Из них 1,5 миллиона – дети. Анапа продолжает оставаться главным российским детским и семейным курортом, самым подготовленным и безопасным для этого вида отдыха, подчеркнул Дмитрий Ерохин. Уже несколько лет Анапа лидирует по числу так называемых курортных факторов. Их на сегодняшний день 12. На территории Анапского района существуют разведанные и как бы функционирующие 36 скважин с минеральной водой. Это 18 видов минеральных воды, из них 6 видов питьевые, а 12 видов бальнеологические. Это для принятия ванн, для различных медицинских процедур. Также у нас существует и функционирует 6 общегородских, общедоступных питьевых бюветов, где эта вода как бы предлагается посетителям, и 18 бюветов на территории санаториев. Также у нас активно используется в лечении местная казалтарская грязь. В казалтарском лимане у нас идет грязедобыча, и на протяжении уже 110 лет именно лечение минеральной водой Анапской, Семигорской и лечение анапскими грязями у нас успешно практикуется на курорте Анапы. На сегодняшний день на курорте функционирует 36 санаториев. 29 из них работают круглый год. Кроме того, Анапа продолжает совершенствовать отельный сектор. Сертификацию прошли 890 средств размещения. 76 из них работают по системе «Все включено».